Администрация Твери приглашает всех предпринимателей принять участие в ежегодном конкурсе на лучшее новогоднее оформление. Он стартует 14 декабря и продлится до 18 января будущего года. Заявки могут подавать юридические лица и индивидуальные предприниматели, работающие в сфере розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения. К участию приглашаются ритейл, торгово-офисные центры, объекты нестационарной торговли, общественное питание, а также учреждения бытового обслуживания. Желающим необходимо до 14 декабря подать заявление в Департамент экономического развития администрации областного центра. При этом письмо надо будет сопроводить фотографиями. Победителей определит специальная комиссия по трем номинациям: за лучшее украшение интерьеров, фасада и прилегающей территории, а также за лучшее комплексное праздничное оформление. Лауреатов наградят дипломами.